На охоте. Змеи – мастера убийства. Их жертвы очень редко слышат, как они приближаются. Одной из наиболее устрашающих и уважаемых змей является африканская черная мамба. Длинная и гибкая – эта змея самая быстрая в мире. К тому же, она одна из самых агрессивных змей на планете. Если потревожить змею, обладающую столь невоздержанным нравом, она нападает. Она способна легко обогнать человека в буше. Она наносит молниеносные и точные удары в любом направлении, даже тогда, когда она движется с максимальной скоростью. Она может бросаться с расстояния до 2 метров. Яд мамбы почти всегда приносит скорую смерть. На коротких дистанциях скорость мамбы достигает 19 км в час. Это можно сравнить со скоростью лошади, скачущей легким галопом. Во время погони черная мамба поднимается над землей на 2/3 своего тела, длина которого достигает 3,5 метра. Она любит смотреть своим противникам в глаза. У нее голова в форме гроба и истинно черное ротовое отверстие. Неудивительно, что африканцы называют это создание тенью смерти. В отличие от большинства других змей, она жалит несколько раз. Всего 2 капли ее яда способны убить человека за 20 минут.